начала 1900-х годов я как раз эти турниры приносил на прошлом занятии, подробно про них рассказывал. Кости абсолютно прямые. Если положить на ровно поверхность, здесь у меня просто подложены валики, он будет абсолютно ровным. То есть все обеспечивается за счет кроя. Конечно же, женщина должна была все-таки сама поддерживать эту осанку. Я эти корсеты не носила, естественно, я не могу оценить.